нас начали напрягать вагнеровцы. Бросится на Запад. Разрешите нам. Нас начали напрягать вагнеровцы. Бросится на Запад. Разрешите нам. Я говорю, вам зачем на Запад туда? Ну, и втихую мы же контролируем, что происходит. Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув. Когда они воевали под Артемовском, они же знают, откуда шла военная техника. И у них вот это внутри сидит. Жешув – это беда. Конечно, я держу их в центре, как договорились, в Беларусь. Не хотелось бы туда их передислоцировать. Контрнаступления нет. Что дальше? Нет, оно есть просто, оно провалено.